Για τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Υποδεχτήκαμε τους ευζώνους μας με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά. Черного моря напротив Трабзона расположились испоком веков часть моего народа. Византийский люд, гонимый за веру, обреченный на нелегкую жизнь. В братских странах, претерпевший репрессии разного вида. Отовсюду битый в шрамах, прошедший сквозь смерть, но обретающий жизнь в храме со щитом или на щите. Уроки Спарты, мы граждане мира, отцы философии так говорили. Я не приветствую речь о геноциде, я приветствую речь о дефиците людей, желающих биться. Ведь это всего лишь нокдаун, от которого давно пора восстановиться. Не дай бог, мы утратим горе в наших лицах, и все, что мы знаем, должно в наших детях сохраниться. Масштаб в границах, размах бандитов, и каждую ночь чувствую, как моей Суфии не спится. Все мира страхи спрятаны в ларцах. У тех, кто понял жизнь как поступ в вечность, в любой из дней возможен страшный суд. Никто не знает, что же будет завтра. Ни лиры, ни динары не спасут. Ни злата, ни бриллианты, ни пиастры спасут молитва, вера и любовь. Здесь и сейчас, ежемоментно повторяя, как мироточит из иконы плоть и кровь. Кто верит в Бога, тот всегда достигнет рая. Но не дай бог, мы утратим горе в наших лицах, и все, что мы знаем, должно в наших детях сохраниться. Масштаб в границах, размах бандитов, и каждую ночь чувствую, как моей Суфии не спится.